Да пребудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, и сегодня мы посмотрим еще один мод под названием InGen Most Dangerous. Привет! Вот. Тут пока доступно только 4 вида динозавров, измененных моделек, да, вот, которые... Это велоцираптор. Дамы и господа, аллозавр. О нашем новом динозавре юрского периода велосирапоте. И пусть их размер... Тираннозавр. Это один из наших самых забавных экземпляров. Пожалуйста, и индоминус. И ни о чем не беспокойтесь, поскольку наш приоритет — безопасность наших посетителей. Модели выглядят очень круто. В плане прорисовки, по-моему, даже круче, чем в Primal Carnage, да, предыдущий мод, который мы с вами смотрели. Оригинальная озвучка, оригинальные какие-то модели. Ну, вот это странно, что вот видите, да, вот велоцираптор недоработан, это видно, да? Но в остальном он выглядит классно. Мне интересно, откуда это взято? Из какого-то фильма, из какой-то книги, комикса и компьютерной игры? Откуда взяты вот эти модели динозавров? Или это его собственное... Ого! Она завалила Т-рекса. Свернула ему шею. Или это вот получается, это его собственные модели, то есть он их сам придумал. Ну, у Т-рекса тоже непонятно, что с передними лапами, то есть они куда-то прижаты. И то, что пасть у него не закрывается, он постоянно скалит зубы. Но прорисовка, сама прорисовка модели, она очень классная. Тут вообще даже не обсуждается. Вот, к примеру, Индоминус. Посмотрите, у него все вот эти остеоциты, вот эти заостренные шипы, все прорисованы. Правда, озвучка у него, у аллозавра из фильма BBC «Большой Ал». Не, ну если это он сам все придумал, это оригинально, то это круто. Ну, модели классные. То есть, если бы он все модели в игре так заменил, то это был бы суперский мод. Пока вот доступно 4 модельки. Больше мне вам, по сути, даже нечего показывать. Строения все неизмененные, все такие же, как были, так и остались. Ну да, вот такой короткий видос. Надеюсь, этот мод вам понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. Увидимся в следующем видео и всем пока.